Всем привет, ребят. Ну что, как я и говорил, буду вам частично переснимать видосики по талантам, потому что все меняется. Вкусная конфета, решил не дожевывать, поэтому с вас лайк. И не ждать, пока ее... Да, хотел сказать, да сосу, нет, ребят, да смокчу. Короче, в общем, у кого какие фантазии, там нормальных пацанов все нормально, они кушают конфетки. Так. Поехали. Сегодня у нас будет очередной талантик, интересный талантик. Это будет Огненка. Вам ее показывал уже не один раз. Чем она хороша? Талант, помимо того, что давайте так возьмем восьмерку и сравняем с СО, помимо того, что понижает входящий урон на 45%, также отдает обратно 45, то есть делает обратку урона, то есть в этом его преимущество. Да, на восьмом, возможно, где-то, мне кажется, СО будет лучше, чем Огненка, но на девятке священный огонь, давайте так зайдем сюда. Вот. Вот восьмерка, 65, 50, 90, 60. Да, тут больше дают жизни, 90%, это немало, плюс да. Но, если собрать пачку с Огненкой и прокачать опять же девятку, многие там пишут, вот без доната никогда не могут. Я вам показываю на дальнейшее, на будущее возможности, потому что если вы начнете качать, то, конечно, без донат ему будет тяжело, проблемно сливать девятые таланты там, либо еще что-то перекачивать. Добавляется 40% жизни, что не есть немаловажно, плюс 50% уменьшения, плюс 50% отражалки. И, скажем так, для меня на девятке вот этот больший вариант лучше. Конечно, есть другие таланты, все зависит от героя, от локации, но кто уже начал качать, можете смело качать. Я показывал вам героев, таких как Бигфут, Рино, которые реально очень круто смотрятся против других и себя показывают совсем по-другому за счет того, что там есть отхил. Но есть одно но. Талант все так же блокируется. Ну, эти блокировки можно снять ворожаем. Я имею в виду блочку от Ары, там ворожаем, питомцами. То есть куча разных вариантов. Психощиты. На сегодня это уже не есть проблема. И талант действительно себя показывает очень неплохо. Давайте имбу выбьем. Вот так вот сразу же плюс 2. Что-то печально падает. Печальный роллинг. Суккуб. Вот. Поехали, посмотрим героев, которым можно ставить, которым нельзя ставить. Так, сейчас я всех своих... У кого там... Показывал я вам Дрейка с девяткой. Череп даже есть. Ничего себе. Даже череп у меня есть. Жирую, в общем. Сейчас понаменяю. Опять потом буду полдня переставлять. Так, ну, вроде как бы все. Поехали. Расскажу сейчас вам про героев. Покажу еще, кому можно ставить. Расскажу, почему. Почему? Ну, я тут на английском сервере, скажем так. У меня на каждом сервере разные таланты. Я везде юзаю разных героев, поэтому я вам могу более, скажем так, подробно рассказать, что можно, что нельзя. В общем, Дрейк, понижалка у него идет, плюс отражалка, плюс понижение, реально очень круто смотрится. Показывал такого Дрейка, можете пересмотреть видосики таланта 9.9, все у вас есть. Обалденно смотрится, лучше, чем там на урон собирать его, мне больше нравится. Череп, это так, чисто была прокачка, ой, Вальку убрал.
Валька. Валька имеет иммунитет, как и некоторые герои, тот же самый Ворожей, например, имеет иммунитет к молчанке Ары и, соответственно, все время будет у вас отражать. Для нее это реально очень круто. Раньше использовали на битве гильдии на Дефе, на PvP локациях тоже можно использовать, никто это не отменял, реально очень круто смотрится. Но опять же, я бы не советовал ей ставить в первую очередь. Анубис. Вот этот Анубис у меня используется даже сейчас, потому что я уже показывал атакующие таланты на Анубе. Ну, Баст, вот это да, еще более-менее. Но Пакт ставить, он будет очень у вас сливной. Урона будет много, но сливаться будет очень круто. А вот Ануб, такой получается, он имеет деф, он имеет жизнь на девятке, плюс имеет еще отражение. Да, вы там скажете, многие герои имеют понижение. Это все фигня, ребят. У Хрона, например, есть свой щит, но все равно с огненкой почему-то Хрон самый топовый, потому что у него много жизни, у него всегда отражение. Вот в этом все преимущество, особенно если у вас будут пачки. Некрос тот же самый вариант, нету смысла ему качать атаку, это уже доказано, его задание чем подольше выжить, и это неплохо заходит ему. Рину однозначно топчик, видос не один показывал. Даже огники бывают ушатываются. Ну, конечно, зависит все от сборки, но герой реально очень круто выглядит в такой сборке. Ворожай. Есть вариант ожива. А у кого есть рунами, можно поставить рунами. Но то, там вопрос от локации. У всех героев в зависимости от локации должен быть там то или иной талант. Поэтому вы определяетесь уже потом, где вы его будете использовать. Поэтому надо либо несколько качать героев, либо там с разными талантами. Это очень много можно рассказывать. Разные вариации есть. Уже каждый сам определяется, где он будет его использовать. Но, в общем, такой вариант для него очень-очень неплохой. Хранитель однозначно топовый. Рунами ставите ремку, и будет вам счастье. Будет шатать, убиваться об него будут. Ну, реально. Все очень круто было, пока не начали сниматься бафы Хрона. Поэтому Огненка все равно стала для него еще топовее, потому что Некрос тот же самый, он снимает все бафы. И есть герои, которые снимают бафы. Фрэнки. Обалденно смотрится. Что СО, что Огненка. Огненка еще дает жизни. Опять же, все думают, что отражалки будет очень мало. Нифига, ребят, отражалки хватает с головой, плюс еще жизнь добавляется, плюс деф смотрится очень круто. Мне нравится. Бигфут. Для Бига это тоже один из топовых талантов. Ажива, он и СО. На урон там собирать с бастом еще более-менее для бездоната, но опять же, на урон смысла героя собирать вообще нет. То есть такой вариант, либо СО, либо Огненка, на нем будут смотреться тоже круто. Есть обзорчики, ищите плейлист «Таланты 9.9», все герои есть. ПБшка аналогично, очень офигенный герой, но сливается. Дай любую там отражалку и атаку ему, и он просто убьет себя сразу. С Огненкой он хотя бы имеет хоть какой-то шанс еще дольше продержаться, так как у него неплохо по жизням. Букича я тоже вам показывал, за счет оживы, за счет того, что герой дамажит много, ему смысла там особо вкачивать талант. Ну, можно, должно быть два и такое, если у вас есть скин атака плюс этот, либо СО, можно попробовать. Еще раз говорю, талант ставится для тех, с кем у вас проблемы, кто у вас очень проседает по жизням. В основном это все танки, которые у вас будут танчить, на них это лучше всего смотрится и лучше всего будет заходить, потому что если вы поставите там на ту же самую Гарпию, у нее жизни мало, ее там с плюшки ушатают, и эффекта от этого никакого не будет. По героям, которых у меня дохренища, кому можно было поставить, это так, но это не самые топовые варианты, я вам показываю. Можно на Вольта, у меня Вольт такой же, да, на каком-то сервере есть, тоже неплохо смотрится. Потом. Стрелок. Я вам показывал то же самое. Огненка СО, на него очень круто заходят. Можно также стойкость ставить, у него встроенное понижение, будет неплохо смотреться. Вот такой вот у меня был одержимый. Я его раньше использовал на русском сервере на битве гильдии. Вообще чудесно заходит с психо-щитом, там творил чудеса. Ну, на сегодня уже не настолько актуален стал. Так. Кому еще? Можно еще поставить Фрея.
Как вы знаете, каменка не работает, но огненка работает, как ни странно, и будет понижение. Но я бы, наверное, этого не делал, потому что смысла нет. Там лучше поставить бас, будет более универсально. Рогатки тоже, в принципе, можно как вариант. Лазули смысла нет, можно поставить еще Трифиду. Ну и, конечно, Розалинда, но все-таки Сон, наверное, получше будет. Ну и тоже Огненку можно поставить как вариант. Все. Больше вариантов, скажем так, с тех героев, которые у меня здесь есть, нет. Да, этих, которых я не использую, и мне особо бы надо было этот талант его тратить. Вот, поэтому, если вас интересует какой-то герой, можете писать в комментах. Не забывайте, видос участвует в конкурсе. Ссылочка, как обычно, в описании. Пишите, что вы хотите, каких вы героев хотите увидеть. Я в основном вам обзоры поделал. Можете зайти посмотреть, пересмотреть. С огненкой героев очень много, и талантик реально очень кайфовый. Все, всем удачи, всем пока.